Паэлья – национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном с добавлением оливкового масла. Кроме этого, по желанию можно добавить морепродукты, овощи, курицу. Популярность этого блюда в настоящее время обусловлена множеством вариаций в ингредиентах, адаптированных к различным регионам испанской кухни. Существует множество рецептов приготовления паэльи. Сами испанцы утверждают, что их свыше 300. Классическая паэлья помимо риса включает в себя 6-7 видов рыбы и морепродуктов, курицу, белое вино, зелень и специи. Традиционно подается по воскресеньям или в день святого Иосифа, 19 марта. Согласно испанской традиции, приготовлением паэльи раньше занимались исключительно мужчины. А в некоторых испанских провинциях мужья раз в неделю готовят это блюдо для своих жен. Раньше рыбаки выходили в море в понедельник, а доставляли морепродукты к четвергу. С тех пор четверг считается днем паэльи. Для тех, кто соскучился по испанской кухне, мы будем готовить паэлью с морепродуктами. Начинаем, естественно, с морепродуктов. Размороженные выкладываем в широкую сковороду и в кипящее масло. И обжариваем пару минут на большом огне. Теперь пассируем мелко нарезанный лук до полупрозрачного состояния. Всыпаем рис и постепенно помешиваем. Важно знать, что слой риса в правильной паэлье не должен быть больше 2 см. Вливаем бульон с шафраном, убавляем огонь и готовим на среднем огне. После добавления воды рис не нужно мешать. Солим по вкусу и добавляем измельченную мякоть томата, горошек и нарезанный кубиками перец. Самую большую в мире паэлью приготовили в 2001 году в Мадриде. Сковорода занимала площадь 400 квадратных метров и была рассчитана на 100 тысяч человек. Когда вода впитается, выкладываем морепродукты и украшаем ломтиками лимона, даем нашему блюду немного постоять. Подавать паэлью можно прямо в сковороде. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!